Сегодня я расскажу вам об обычной программе для заработка денег. Здесь вам не получится заработать много денег, а получится посмотреть, как они зарабатываются. Если заметить много таких штук, то в целом можно и заработать. Смотри, ты заходишь на сайт, предварительно залогинившись, и нажимаешь «Roll». У тебя выпадает число. Число от 9885 и выше до десятки. То ты получаешь разные суммы. Максимум можно получить 12 косарей, если выпадет все десятки. И так каждый час ты собираешь. Помимо этого, тебе дается 2 бесплатных лотерейных билета. В общем, смотрите, я обещал рассказать про стратегии заработка. Если зайти и воспользоваться стратегией Martingale, пролистать немного ниже, выбрать on loss, это типа, если мы проиграем, inside bid buy, это повысить ставку на столько процентов, насколько вы хотите. Если на 100% написать, то вы повысите ставку в 2 раза. Нажимаем «Начать играть». Мы не ограничили, насколько ходов будем играть, поэтому мы будем играть всегда. И как вы уже могли заметить, мы проиграли столько, что начали выигрывать всегда. И вот я до сих пор играю. Но фишка в том, что я могу когда-нибудь проиграть. Ну, типа, много подряд проиграет, и я могу тоже проиграть. И вот у меня были такие цифры, что вы просто бы офигели. Ну, это надо очень много играть. Я знаю специальные схемы, как проценты пересчитывать. Они у меня, короче, все на Google диске. Я, если что, могу показать, как это все считать.